Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясню. Да, можем попробовать? Да, я не срывал уже давно. Вот это вот вытянутое я возьму. Давай я попробую тогда, что ж там. Вот, я не гарантирую, что как. Это первое. Супруга сказала, что все скоро разрастется. На самом деле это семейное увлечение, пока вот я был в больнице. А реалистично это никогда не будет. Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? Честно, мне похуй. Поехали. Готовы. Она же сама над собой иронизирует. Я лошадка, бля. Вот я и на нее обиделся. Ну, лошадь. Они работали в прекрасном месте, создавали прекрасный продукт. И мы что-то делали для России, понимая, что этим самым мы меняем Россию.